Если вы хотите стать участником турнирной сцены наиболее соревновательной моба игры Heroes of New Earth, то вам обязательно предстоит познакомиться с ресурсом sportgarena.ru. Как же начать пользоваться турнирным порталом? Вы, как уже зарегистрированный пользователь, должны войти под своим логином, после чего получить возможность создавать или присоединяться к команде. Хон Сингл, команда для одного человека, позволяет участвовать только в турнирах один на один. Название команды здесь обычно будет повторением вашего никнейма, а тег – то, как отобразится команда в турнирной сетке. Обычная хон-команда должна состоять минимум из 5 человек. Приступим к ее созданию. Название. Тег для отображения, страна и опциональное описание – сохранить. В уже созданную команду вы сможете приглашать игроков по их Garena ID. Найти Garena ID можно в клиенте Garena Plus, кликнув на аватарку для вызова профиля. Пригласите всех своих товарищей по команде, и они получат приглашение, зайдя под своим логином на sportgarena.ru. Когда команда собрана, вы наконец сможете регистрироваться на турниры. Турнир начинается, и вам нужно найти, с кем играть. На главной портале справа ближайшие матчи. Нужно связаться с капитаном команды противника, никнейм которого есть в описании команды, и договориться о создании игры. Если игра состоялась, то на портал вносится ее результат. Если же возникла спорная ситуация или игра не состоялась, сюда нужно загрузить снимок экрана из игры с любой спорной ситуацией. Дальше обратитесь к комментариям к матчу. Берите друзей, собирайте команды и участвуйте в событиях от компании Garena в наиболее сбалансированной командной моба игре Heroes of New Earth. Следите за новостями и анонсами на hongarena.ru.